16 ноября в Московской области вводятся новые ограничительные меры. Студенты подмосковных университетов и колледжей будут обучаться в удаленном режиме. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Наша юридическая служба подготовила изменения в распоряжение, и студенты колледжей будут учиться дистанционно, как и вузы, сказал глава региона. Напомним, что ранее в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на работу по предварительной записи перешли подмосковные ЗАГСы и МФЦ.